Гладкая зеркальная поверхность нужна не только в быту. Многие приборы и механизмы требуют исключительной точности и частоты обработки всех деталей. Зеркальная гладь полированной поверхности иногда оказывается недостаточной. В современной технике счет идет на доли тысячных долей миллиметра. В этом микромире оказываются недостаточными самые совершенные оптические способы измерения и контроля. Конструкторы и рабочие московского завода «Калибр» создали новый высокочувствительный прибор, способны улавливать мельчайшие неровности на поверхности любого материала. Электрический датчик прибора медленно скользит по детали. И тонкая алмазная игла бережно ощупывает ее поверхность. Игла то опускается в микроскопические выемки, то поднимается на невидимые глазом бугорки. И вместе с ней качается на легком коромысле якорек. В такт колебаниям якорька меняется и ток в цепи прибора, посылая сигналы перу самописца. Так на бумажной ленте возникает изображение поверхности детали, увеличенное в 200 тысяч раз. Если нужно, то прибор подсчитает и покажет на шкале среднее отклонение поверхности от идеально гладкой. Новые методы контроля обеспечивают высокое качество такой работы, перед которой спасовал бы знаменитый левша, подковавший блоху.